Врачи общей практики и медицинский персонал, анестезиологи и реаниматологи, неврологи и врачи ультразвуковой диагностики, хирурги и кардиологи. Сферу здравоохранения Брещины укомплектовывают новыми молодыми медицинскими кадрами. Всего в августе месяце более 8000 молодых специалистов приступили к работе в поликлиниках и больницах нашей страны. Ряды Брестской областной клинической больницы в текущем году пополнили 21 медицинских работника. Всего у нас в больнице находится на сегодняшний день 54 молодых специалиста. В этом году к нам пришли 21 человек, из них 6 врачей, 12 медицинских сестер и 3 инженера. Но я должен сказать, что в целом закрепляемость молодых специалистов у нас в больнице неплохая. Если брать высшие медицинские составы, это врачи, то закрепляемость составляет 90%. Это после обязательной отработки. Для медицинских сестер эта цифра составляет 87%. Поэтому, мы довольны такой цифрой. Что касается специальностей, которые пользуются популярностью в последние годы, я бы так выделил анестезиологию и реанимацию. Среди тех, кто связал свою жизнь с гуманной профессией, медсестра отделения анестезиологии и реанимации Мария Полешук. Такой путь девушка выбрала не случайно, ведь в ее семье тех, кто посвятил себя медицине, немало. Сегодня за плечами девушки учеба в медицинском колледже, а это значит, что в этом году Мария пополнила большую команду медиков Брестской областной клинической больницы. Внимательная, аккуратная, требовательная к себе. Такая она, Мария Полешук. Я оказалась в Брестской областной клинической больнице еще, скажем так, обучаясь в колледже, потому что нам предоставили возможность поработать с младшим медицинским персоналом в отделениях. Вот. А потом уже в колледже на распределении можно было выбрать, скажем так, куда ты хочешь, в какое отделение. Я как бы спросила, есть ли свободные места, само собой как бы нам сказали, что да, конечно. То есть здесь всем рады приходить, а только было бы желание. Много нового, интересного, ты каждый день приходишь и пытаешься запомнить кучу информации, но нам помогали и девочки, которые здесь работают, коллеги наши, и старшая сестра, и заведующая, администрация помогали, то бишь как-то советовали. Проводили занятия дополнительные, давали там советы, какие-то дополнительную информацию, чтобы мы что-то вот учили. С каждым днем так совершенствовали свои знания и не боялись ничего. Мария Полешук не только посчастливилась попасть на работу туда, куда она хотела, но и получить арендное жилье в новом доме, которое построили еще в феврале месяце. Я сама из Пружанского района, но проживаю уже в Бресте, потому что предоставили возможность получения арендного жилья от Брестской больницы. Вот дом, который построился в феврале месяце, по-моему, дали квартиру. Это очень, кстати, огромный плюс для молодых специалистов, потому что ты не будешь жить в общежитии, то есть у тебя уже своя квартира, пока ты работаешь, там живешь. В этом году нам повезло, мы даже смогли сдать 80-квартирный дом, арендный дом, но молодые специалисты, которые работали у нас, они получили жилье в арендном доме. Сегодня это хотят все. Поэтому и только на этом могу сказать, что не все условия созданы. А так, в целом, я должен сказать, что все, что положено согласно законодательству, молодые специалисты у нас получают. Но основное, с моей точки зрения, это 50% к окладу мы установили для повышения их заработной платы. Все молодые специалисты имеют наставников, это тоже обязательный обязательная ситуация у нас в больнице, потому что за каждым молодым специалистом закреплен наставник. Кстати, наставники тоже мы материально поощряем. Это от 40 до 60% к окладу. Это для того, чтобы молодые специалисты могли быстро и удачно адаптироваться в условиях нашей больницы. И самое главное, чтобы наставники смогли передать те знания, те теоретические знания и практические навыки, которыми они владеют. Марта Тамчук к выбору профессии еще со школьной скамьи подошла серьезно. Будучи в 10 классе, девушка четко для себя решила, она хочет быть врачом. И уже на распределении Марта решила, местом, где она будет лечить людей, будет Брестская областная больница. Потому же сегодня, наравне со своими коллегами, девушка трудится достойно врачом ультразвуковой диагностики. Я поняла, что мне интересен человеческий организм. Простых ответов биологии, конечно, уже не давала, и хотелось чего-то больше, знать, как это работает, как устроено, что происходит внутри организма. Поэтому выбрала медицину. А на распределении был большой выбор,
И я все-таки решила выбрать областную больницу. Во-первых, это высокотехнологическое оборудование, это высококлассные специалисты, отличный опыт, огромная база и бонусом недалеко от дома. Как молодому специалисту мне дали отдельную комнату в общежитии, которая находится в непосредственной близости от больницы. Мне дают надбавку 30% к окладу. И профсоюз давал единовременное пособие в связи с переездом. То, что я слышала об областной больнице, то есть те мои ожидания, когда я сюда приехала, они не то чтобы оправдались, они даже превзошли себя. То есть пока я в эту больницу не пришла, я еще не знала, насколько отличное здесь оборудование, какие исследования здесь проводятся, чему меня обучат и после интернатуры сколько я буду знать. Каждый день врачи спасают не одну человеческую жизнь. Все их внимание приковано к пациентам, а это значит, что отвлекаться на какие-либо нюансы времени просто нет. Так, к примеру, если сломался компьютер или другая техника, в Брестской областной клинической больнице есть инженеры электроники. Ряды этих специалистов пополнил Станислав Ануфриюк. Здесь очень много технического оборудования, которое нуждается в обслуживании, в поддержании его работоспособности. По итогу был приятно удивлен. Очень тепло приняли. Могу подметить как мой непосредственный начальник Виктор Николаевич, так и главврача Александра Сергеевича. Не было какой-то такой, скажем, очень официальной обстановки. Все было достаточно спокойно, умеренно. Мне на данный момент все очень нравится. В плане перспектив самой областной больницы на данный момент строится новое клиническое отделение, в которой будет реализована умная клиника. Мы будем заниматься поддержанием работоспособности, настройки. Будет интересно познакомиться с этой системой. Опытные врачи, медсестры и другие специалисты всегда были востребованы в Брестской областной клинической больнице. Поэтому сегодня для них создаются такие условия труда и проживания, чтобы работа была не только качественной и на должном уровне, но и комфортной.